Таганке рекорд обновлен. Положительный тест на коронавирус получили 68 жителей Чувашии. Это абсолютный суточный максимум за последние 5 месяцев. При этом скончались от COVID-19 4 человека. Это меньше, чем днем ранее. Но не сбавляет свои темпы и вакцинация. На предприятиях она идет полным ходом. В некоторых организациях показатели близки к мировым, без преувеличения. Рекордом вакцинировано 86% сотрудников, что общего у офиса в центре Чебоксар и княжества Монако. В главном офисе на мягких диванчиках сотрудники Сбербанка ждут своей очереди уже на вторую прививку. Зачем идти на вакцинацию в больницу, если ее могут сделать прямо на работе? Никакого страха и волнения. После первого укола все знают, что бояться нечего. 10 минут, и ни о каком ковиде уже беспокоиться не придется. Сама я переболела коронавирусом в прошлом году, в мае 2020 года. Очень сильно с осложнениями лежала в больнице. Первая вакцина была вот 21 день назад, вторая вот вчера я привилась. Чувствую себя прекрасно. Сегодня привела своего отца, чтобы сделать тоже прививку от коронавируса. До того, как отправить пациента в импровизированный процедурный кабинет, измерят температуру и давление. Спросят о хронических заболеваниях и аллергии. Повышение давления бывает, да? Повышение давления бывает. И только если здоровье в норме, можно делать прививку. Больно? Нет. Все? Немного посидите в коридоре дальше. Теперь Наталья может вернуться на свое рабочее место и погрузиться в волшебный мир отчетов, цифр и смет. Это вообще совершенно было не больно. Ощущения, не знаю, никаких. В принципе, как зашла, так и вышла, ничего не поменялось. Вообще не вижу никаких преград, ничего страшного. Первую прививку перенесла тоже легко. То есть прививайтесь и заботьтесь об близком окружении. На вопрос, как же удается привить так много сотрудников, отвечают просто. Здесь каждый беспокоится не только о своем здоровье, но и о здоровье клиентов. Наши сотрудники всегда работают на передовой, на первой линии с клиентами. И без вакцины очень большие риски заражения. И пока сотрудники банка работают на передовой, врачи продолжат свою нелегкую борьбу с коронавирусом на других фронтах. Анна Центовская, Георгий Кривошеин, Республика.